2 ноября в Северском центре развития творчества детей и юношества прошло открытие туристического клуба «Меридиан». Это стало возможным благодаря финансовой поддержке депутатов районного совета и молодых депутатов. Они закупили необходимое для занятий туристское снаряжение. Хочется вам пожелать от всего корпуса депутатского, чтобы вы всегда шли с высоко поднятой головой, всегда занимались спортом, не обращали внимания на какие-то невзгоды. Ну, в общем, чтобы у вас было максимально энергии, здоровья. Я хотел бы, да, чтобы вот эта маленькая помощь вам оказала очень большую, как говорится, помощь в жизни, чтобы вы могли эти свои знания применить. Ребята получат начальные туристические знания, начнут изучать краеведение и оказание первой медицинской помощи. Сегодня в нашем центре открылся туристический клуб «Меридиан», в рамках которого мы будем заниматься с ребятами и с активной молодежью туризмом и краеведением. Хотелось бы выразить слова благодарности молодым депутатам и депутатам Северского района, которые оказали первоначальную поддержку, которая будет направлена на развитие нашего турклуба. В нашем центре действует проект «Сетевое сообщество туристов Северского района», которое объединяет всех инструкторов, работающих в образовательных организациях Северского района, и всех туристов, заинтересованных в дальнейшем развитии. Новое снаряжение ребята смогут опробовать уже 4 ноября в походе в Планческую щель.